Че ты угораешь? А у него пошло, да? Так. Че ты угораешь? Так, ты... Да нет, я хочу еще посмотреть, что? Пока ты здесь. Этот. Что здесь происходит? Я маску не мог найти. Сидя по центру. Что тут осталось-то? Игорь. Осталось нам найти матку. Ну давай, посмотрим, где матка. Ну-ка на рамку держи, вот и смотри. Вот здесь бери заплечики, осторожненько, аккуратненько. И смотри матку, там, которая побольше. Пчела. А я на этой рамочке посмотрю, конечно. И посмотри расплод. Вот, кстати, этот я лупу принес. А где лупа? А вот я сейчас посмотрю, есть ли тут расплодик или нет. И засевчик есть. Нету, конечно, тут некому. Девочки, здесь я матку не вижу тут. Расплод я увидел. Есть немножко. Расплод увидел, да? Да. Так, подожди, дай-ка я посмотрю сейчас. И смотри маточку, значит. Вот хочет. Ну, расплод есть, значит, матка есть. Добавим вам, если доживете вы. Там еще. Ну-ка, покажи про расплодик. Вот здесь есть вот одного. Ну-ка. На той стороне больше. Ну-ка, дай посмотреть на той стороне. Увидел? Ага. Засев, червячки. Есть, да? Да. А вот здесь я его как-то не вижу. Вот они в стороне рамки. Так. Слушай, где мамка, да? Ну-ка, подожди, дай-ка я посмотрю еще вот здесь есть сосед. Жужжат. Слушай, ну-ка. Да, засев есть. Так, ну-ка, держи. Ну-ка, сейчас дай-ка я посмотрю. Здесь еще. Здесь у нас здесь расплод. Нет, смотри-ка, тут и пирога есть потихонечку. Смотри-ка, тут и пирога, но пирога старенькая. Но в городе путается пчела. Была семья побольше. Чуть-чуть. Что ты находишься у нас? Там навряд ли. Еще вот здесь может боюсь, еще видишь, это может быть трутневый расход, а трутневела она, тогда это уже все. Да и матка бы пригодилась бы. Где она? Тебя точно там нет? Я бы ее увидел. Она крупнее. Значительно крупнее. А? Ну да. Значительно крупнее.
вас соберем, позже научитесь питать. Конечно, тут рамочку бы раскладывать. Вот там еще пчелы побольше. Чуть-чуть. Здесь еще может быть она. Вот тут вот, здесь клубочек какой-то. Видишь, я тебе покажу, как нормальная семья. Что в нормальной семье? Это, конечно, слабак. Вообще хуже не было. Если бы была труповка, тут бы были бы пчелы бы. Они бы ходили по рамкам и поднимали попки. А видишь, в принципе, пчела бегает нормально. И самое интересное, расплод есть. Знаешь, в чем дело? А где вот мамка? Вот это любопытно. Вот еще тут есть рамочка. Или мы смотрели это? А? Здесь тебя нет. Здесь тебя нет. Так, здесь тебя нет. Там точно нет у тебя? Нету, точно. Здесь. О, смотри, не смотри. Вон, смотри, как кушает. Видишь, кошечка. Побежала. Куда побежала? Чистых соток, видишь, ну, именно так, чистят ячеечки. Ну, блин, расплодика бы сюда, конечно, рамочку. Ой, блин, хорошо бы, как было с пчелой. Сразу бы она, матку надо найти, кровь из носа. Здесь тебя не может быть. Ну-ка. Нет. Еще раз перестаю. Может такого быть. Вот это рамка с расплодом. Дай-ка еще раз гляну на расплод. Да. Ты видишь вообще этих червячков? Да. Маленькие. Да. Вот где-то 3-4 дня им. Они легли уже. То есть она посеяла, и они легли. Вот я уже. Вот стекло я не вижу. Приблизительно что-то. А вот так вот. А вот так вот. Из них вырастет пчела настоящая. Через 21 день здесь выйдет пчела. Молодая. Но их очень мало, видишь. Стуж. Вот она, красавица. Смотри-ка, ты подержал в руках эту рамочку. Вот она. Тихо. Вижу. Теперь я тоже не увидел. Вот она, красавица. Ух ты, вот ты, красавица. Ну, конечно, не рассеялась еще. Либо пчелы бы. Вот видишь, ищет ячеечки, куда положить.
Они почистили перед этим, а она, может, увидим сейчас, как ложат. Слушай, как интересно. Тихо-тихо. Опля, нет. Смотри, в трутневую ячейку ложат яйцо. Блин, вот это да. Жизнь пчел. Ну-ка, подожди. Где? Смотри. Вот сюда. Вот она. Вот она. Тихо-тихо. Нет, это не она. Но она еще, видишь, она не рассеялась. Если она бы пчелы бы было много, она бы была намного жирнее такая. Подожди, вот она. Вот она. Касается. Так, смотри, куда ложат яйца. Смотри, ложит в три дня. В три дня ячейки ложит. Слушай, и сколько такое насекомое за сезон яйца вкладывает там? Хорошая семья. Миллион же, да, наверное? Хорошая семья откладывает. Матка 2000 яиц. Ну, честно говоря, вот эту рамку полностью она засевает. Хорошая семья за 2-3 дня, если семья разогнана. Это, матка же непрерывно несет яйца все время. Да? Если есть принос. Если есть принос нектара, вот, тогда да. Ну, здесь, видишь, здесь корм есть для этой семьи. Видишь? А семьи, которые сильные, допустим, которые полный улей там занимает. Какой полный там сейчас корпус занимает? Самое интересное, видишь, конечно, стекло возвращается. Ничего, я выключаю это? Выключай.